На календаре 19 июля. Ровно 120 лет назад, 19 июля 1900 года, Самарская газета написала о повышении цен на сахар. Местные торговцы набросили всего несколько копеек на 1 фунт, но и этого хватило, чтобы многим товар стал не по карману. Зато русский сахар большими партиями экспортировался за границу. Ровно 40 лет назад, 19 июля 1980 года, в Москве открылись 22-е летние Олимпийские игры. Они проходили на большой спортивной арене центрального стадиона имени Ленина. Это были первые игры в истории олимпийского движения, прошедшие на территории Восточной Европы и первые в социалистической стране. 19 июля в России отмечается удивительный и вкусный праздник – День пирожков с малиновым вареньем. Кроме того, каждое третье воскресенье свой профессиональный праздник отмечают металлурги. Поздравление с днем рождения сегодня принимает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, депутат Государственной Думы Леонид Яковлевич Симоновский. Также 19 июля на свет появились советский киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист Василий Ливанов, советский и грузинский актер, певец, сценарист, кинорежиссер и автор песен Вахтанг Кикабидзе, советская российская актриса театра и кино, телеведущая Вера Сотникова и другие знаменитости. В народном календаре сегодня сысоев день. Наши предки считали, что в этот день особые свойства приобретает роса. Она дает силы и здоровье. К сысоеву дню на Руси старались завершить все посевные работы там, где они еще продолжались. Это все, что мы успели вам рассказать о 19 дне июля. Замечательном настроении вам и успехов в любых начинаниях.